Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдий. Попробуем кого-то затащить, кого-то слить. Так, посмотрим, что там у нас интересного. Слив, слив. Слив, отлично. Хорошо сливается, это радует. На моей-то силе не могут пройти. Ужас. Так, смотрим. 497, это пропускаем по ходу, 500, 460. Поехали, посмотрим, что тут интересного. Я героев не менял. Ну, оба мои герои, так, Рейда Феникс. Похоже, время Ронина настало. Так, какого-то Ронина сегодня попробовать интересного такого. Я что-то придумаю. Выбираем Ронина. Так, где мои два Ронина было где-то? Какое чувство, когда у тебя алтарь забит Ронинами? Так, вот. Наш Ронин. Все стандартно. Так, поехали. Также возьмем сюда вместо Анубиса. Возьмем Дрейка вот этого, я вам уже обзорчик его показал, обалденный Дрейк. Ставим так, чтобы его не слили сразу. Так, вместо ворожая все-таки поставим, наверное, хотя мы дерево поставим. Анубиса думал, ну ладно, смысла нам от Ануба тут нет никакого. Так, дерево. Командору я тоже показывал. Просто офигительная она. В такой сборке. Так, Лазурикс. Так, сюда поставим малыша Ника вот такого вот, у меня тоже есть ник топовый. Я думаю, Жева тут не актуально будет, ну ладно. Так, малыш Ник, Ронин, Дрейк, дерево. Ну как-то вот приблизительно так. Тут можем, кстати, поставить вместо этого, это поставить вот так. Ну, поехали сливаться. Есть зеленый смотритель, да, отлично. Вообще все герои зеленые. Для битвы гильдии самое то. Ну, сейчас попробуем. Главное, юнитов быстренько посливать, потом будем кидать всех остальных наших героев. Главное, чтобы Ронин, как обычно, не обосрался. Ну, ты очень много говорил. Ладно, там тот и Масурика есть. Попробуем чуть-чуть ниже выбросить. Я, в принципе, можно Прилук. Резорника попробуем. Ой, Некроса, точнее, попробуем. Рожая. Тоже вариант хороший. Самое главное, нам сейчас юнита побольше посливать. Вот это надо мне сделать. Ведь юнита, и тогда... Ух ты, неплохо попадают по ним, я вам скажу. У меня есть выживание. Так, отлично. Ну, не слейся. 50%, ребят. Сольют. Не, не слили. Выживание, конечно, круто себя показывает. Так, отлично. Все, супер. Или именно тогда, когда надо. Выкидываем. Давайте где-то сюда командору. В
Смотрите, как она чудесно отрабатывает по зданию. Супер. Плюс еще есть стрелок вражеский. А дальше у нас идет Дрейк. Ну, тоже, смотрите, его неплохо так долбанули. 88%. Так, ну давайте малыша Ника. Ну, малыш Ник как-то такое себе с пактом, я скажу. Ну и кидаем нашего друга. В принципе, все. Как видите, не надо там много имбовых, грубо говоря, героев. Ник есть, Дрейк есть у всех. Ладно, Командора еще плюс-минус. Но я дерево не использовал. Плюс Ронин. И все. Лазурикс уже там добивал пару зданий. Так, окей. Поехали дальше. Вот порочные пакты, конечно, решают и выживание. Выживание можно даже ставить там 5 левела, 3 левела, без разницы. Так. Ну, у нас там следующий. Тики-тики-тики. Этих мы пропускаем. 552. Так, что тут у нас есть? Афинка, вижу, она будет хорошо долбить. Огник. Ну, я надеюсь, что она будет хорошо долбить. Поехали. Резнекра попробуем. Также Фрейка есть. В общем, тут набор поярче, чем там будет, и сливать моих героев тоже будет неплохо. Ну, посмотрим сейчас. Кстати, чем хорошо, можно попробовать выманить голубя от Фрейки. Из-за того, что она заряжает, не очень хороший такой вариант у него, конечно. Я показывал уже, как бегать. Так, отлично, практически все. Ну что, сливайте давайте. Сольете или нет? Блин, наверное, даже не сольют. Ладно, кидаем Дрейка. Кидаем Ника. Ну, Ник, честно скажу вам, такое себе, не особо он. Командорка. Вот Командорка меня все больше и больше радует. Ну ничего себе. Жесткие типы. Так, ну у нас тут осталось только так сделать. Тот же самый вариант. То есть, по сути, как видите, имея более-менее нормального Ронина, даже там не надо особо крутых дальше героев, там... Питомцы, 9 скилл, там 31 уровня, обычные 2 пэта. Плюс такие вот герои на добивание и все. Малышник, честно скажу, не особо что-то меня радует с пактом 9. Ну, в принципе, что от него ожидать, это немножко не то, для чего он создан. Но опять же, можно тоже использовать. Так, поехали дальше. У нас 443, 55, 50, ну, значит, тут и там двоих тех. Так, такая вот раста, есть мохнатка, и они все в центре стоят. Интересно, интересно. Сейчас попробуем, если... Ой, отлично. Сейчас я вам покажу, как голубями бегать по расте вражеской. А, немножко он побежал в центре, к сожалению. Ну, то есть вот так вот можно пройтись по кругу, если позаморачиваться, конечно. Можно и слиться, но... Такая раста проходится на ура, именно благодаря тому, то, что здесь стоит у противника Фрея. Так, ну что, давайте сливайте моего Ронина уже.
слить. Ужас. Так, малыш Ник. Дрейк. И тут, допустим, Командора уже. Я себе не дают ей ударить. 97%. Ну что, Ронька, затащишь или нет? А, они бьют, видите. То есть, по сути, мы даже дерево не используем. Это еще один залп, грубо говоря, всех героев. То есть, если бы даже были здания, ну, я не знаю, на битву гильдии, наверное, на дальнейшее надо, чтобы здания просто уже прокачивались, там, не знаю, на 30 уровень, там, либо на 50 уровень. Я не знаю, сколько, конечно, они будут качаться, но от битвы гильдии из-за того, что здания вот так рушатся, вообще толку никакого нет. И все ваши прокачки, по сути, до одного места. Все сливается на изи просто. Так, еще этот и потом еще один топ. Ну, то же самое раз-то вот на Анубисе зависаешь. А, вот даже надо Анубиса, можно просто побежать через Фрейя. Давайте попробуем на Зурикса. Сразу наглости наберемся, пойдем. Сразу же оглушить ее. Смотрите, 57%. Да, сейчас его сольют. Все слили. Ну, уже 57% набили. Это просто жесть, ребят. Вот, смотрите. 86. Ой, моего Ронина слили. Тоже будет. 98. Просто жесть. Ну что, давайте Командору. Повезет, не повезет. Но ударит туда, куда надо или нет? Ну что, ударит. Так. Есть. Что там, кто-то меня пытается проходить. Ну и последний топ на сегодня. Ой, супер расстановка у него, конечно же. Им бы это трошануть. Ну давайте с Уликсом. А, наложили молчанку. Жесть, жесть. Ну у него имба герои, конечно. Смотрите, как Ронин сейчас их просто начнет крошить всех. Ух ты, ничего себе. Видали, вот это поворот. А если я вот так сделаю? Заодно и посмотрим урон. Если, конечно, он по них попадет. Где-то бомбочки не туда летят. Скорее всего, не попадет уже. А не попал. Лил. Вот так вот. Ну что, 6082. Мой новый рекорд на этом сервере. Вот как-то так. Ближайшие практически на 2000 отстают. Ух-ух-ух. Ну, что я могу вам сказать, ребят? Ну, такая вот битва гильдий. Ничем она уже, к сожалению, не радует в последнее время, потому что все проходится разными способами. Имея хороший арсенал героев, можно запросто шатать любого топа. То есть там без разницы, какие у него будут прокачки. Имея определенный арсенал героев для битвы гильдий, можно творить чудеса. Также есть Минотавр против некоторых раз. Ну, единственное, конечно, юнитов надо слить. Но опять же, это уже
Не особо проблема. Пишите комменты, кого вы хотите увидеть, какие прокачки следующие. Вариации, как я всегда говорю, очень много. Много прокачек. Стараюсь вам постепенно заснимать по одному герою. Ну, Дрейк, кстати, себя неплохо показывает. Мне больше он нравится даже, чем Ник, потому что он как-то более ебови бьет. Вот как-то так. Все, всем удачи, всем пока.